Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля. И в сегодняшнем видео мы будем с вами пробовать новый релиз от Huda Beauty и именно ее палетку Naughty. Или шаловливая палетка, или пошлая, можно так ее назвать. В общем, я сегодня просто что сделала? Встала, поняла, что палетка доступна это в Sephora, не нужно мне ждать ее, заказывать. Я просто накинула свою маску без макияжа, пошла в Sephora, и вот она у меня уже здесь на обзоре. Помимо этого, кстати говоря, я взяла также две ее кисточки из новой коллекции. Кисточки, они обычные, но мне кажется, что вот именно эта кисточка, которая имеет в себе такой аппликатор, и аппликатор у этой кисточки, он может и влево, и вправо, и вперед, и назад двигаться, и это мне показалось очень интересным. И вторая кисточка, которую я взяла, называется у нас Build and Blend, то есть одна сторона для того, чтобы все хорошо растушевать, другая сторона для того, чтобы хорошо очень нанести какой-то очень активный темный оттенок. Так как у нас сейчас распродажа в Sephora происходит, и на все покупки, которые вы совершаете, неважно онлайн или в магазине самом, неважно сколько раз, вы получаете 20% на любую вашу покупку. Получается, что вместо $67 я заплатила $50 с лишним за эту палетку, а если быть точнее, то я заплатила $53.60 за эту палетку, плюс две кисточки, которые стоили по 18, и какая-то из них стоила $14, я заплатила за все про все $107, то есть я сохранила $20 вот благодаря этой распродаже. Я очень довольна, потому что, ну, это всегда приятно на самом деле, немножко, знаете, экономить там, здесь, и таким образом можно хорошо сэкономить на макияже благодаря вот таким сефоровским распродажам. Я очень рада. Итак, что у нас с палеткой? Эта палетка наделала очень много шума, как мне кажется, во всем интернете и за его пределами. Ну, в общем, только ленивый не говорил о ней. И эта палетка называется, как я уже сказала, Naughty, очень такая шаловливая. И если я сравню вот тематику этой палетки с палеткой Джеффри Стара, его, как называется, Orgy палетка, то эта палетка, она, ну, конечно, не такая прям, знаете, провокативная, но все равно есть такие названия, которые реально могут ввести вас такое, типа, а что это за название, серьезно? Да, настолько она сексуализирована, но в хорошем смысле, то есть здесь нет такого чего-то, что Джеффри Стар использовал, когда он вышел со своей палеткой, и названия его рефилов действительно были прям, ну, вау, ничего себе, вот это фантазия, вот это смелость. А здесь же все немножко более, так знаете, органично, и это радует, что нет ничего такого шокирующего. Итак, что мы имеем в этой палетке? Во-первых, мы получаем целых 18 рефилов в этой палетке и целых 8 разных текстур. Первая текстура называется вельветово-мягкая, velvety soft, и мы получаем 8 оттенков с этой текстурой. Дальше мы получаем 5 очень высоко пигментированных блестящих оттенков в этой палетке, и это металлики. Дальше мы получаем 3 очень знаменитых и фирменных оттенков Huda, а именно такие как мраморные оттенки, и их 3 штуки здесь. Мне кажется, Huda была как раз таки первая, кто вышла с этими оттенками. И один оттенок, который как вазелин, тот самый оттенок, о котором интернет говорил только так, называется он у нас Slippery. Я когда делала свотчи перед началом этого видео, я немножко не поняла этого, но я поделюсь с вами попозже в этом, когда я покажу вам эти свотчи, потому что мне показалось, что где хайп? То есть, ну, хайп он был, но как бы когда ты дотрагиваешься до этого оттенка, у тебя немножко такие, знаете, смешанные чувства, и я такая, окей, мне будет очень интересно, как это будет смотреться на глазах, потому что при свотчинге я не увидела чего-то такого вау, о чем люди говорили. Он не вызвал никакого, знаете, чувства, не знаю, страшного чего-то, тараканы, там, жуки какие-то, или яйца насекомых, гранат, да, я видела гранат, но, ну, немножко все-таки оттенок, знаете, так отпугивает вас, поэтому если у вас есть боязнь вот этих вот насекомых, яиц насекомых, то обязательно, ну, проматывайте те части, где я показываю этот оттенок очень близко, я постараюсь написать, где будут эти части в этом видео. И да, ребят, этот оттенок, он действительно очень провокационный и идеальный пиар-маркетинг для палетки, когда она выходит, когда в палетке имеется что-то вот такое интересное, именно оттенок желейный такой, который, ну, в общем, всех свел с ума. Честно, при первом взгляде на эту палетку я могу точно сказать, что она меня впечатлила. Я не знаю почему, но вот что-то в ней есть притягивающее. И мне кажется, что это все благодаря тому, что здесь такое разнообразие и бордовых оттенков, и винных оттенков, и, ну, в общем, разные текстуры, все это в одном месте. Это не самая уникальная палетка от Huda 100%, если сравнить ее с
палеткой, как называется, Нью-Нюд, по-моему, ну или что-то, у нее там много этих палетков, палеток в такой же гамме, в общем, можно понять, что Huda себя не изменяет с гаммой, которую она выбирает, то есть, по сути, каждая вот такая у нее большая палетка, которая, кстати говоря, сделана в Италии, она вот почему-то выглядит, ну, почти одинаково, как и моя, наверное, кофта сегодня, если вы заметили, я сегодня специально, когда пошла, ну, в молл, в торговый центр, я всегда покупаю какие-то такие классненькие наряды, интересные, которые будут подходить к продукту, который я обозреваю, я увидела эту кофту, и я такая, это подойдет 100% сегодня к нашему образу, и вот я сижу в ней, и мне кажется, что это все очень даже нормально так перекликается друг с другом в плане дизайна и цвета. Итак, сегодня мы будем что делать? Я сделаю какой-нибудь, ну, не то чтобы сложный макияж, конечно, нет, что-то быстрое, что-нибудь такое в сексуальном стиле, потому что, кстати говоря, я не сказала вам о том, что Huda имела в виду, когда она выпустила эту палетку. Huda вообще говорит то, что эта палетка, она призвана раскрыть вашу сексуальность, то есть в том плане, что все цвета, они именно вдохновлены вот этой сексуальностью, ну, женщины и мужчины, я так понимаю, конечно, и эти цвета, они символизируют вот это вот начало мужское и женское, и вот эту энергию сексуальную тоже, и я считаю, что это очень круто, потому что не многие бренды, ну, да, вот на это все делают, акцентируют внимание на этом, и, наверное, это первый бренд, который вышел с палеткой на такую тематику, и он не взял целую кучу негатива, как, допустим, Джеффри Стар с его палеткой, правильно? Это немножко интересно, да, если подумать об этом. Huda все уважают и знают, что она, ну, знает какую-то тонкую такую грань между тем, что сделать все очень пошлым, или вот таким, то, что заинтересует людей, и люди не будут бояться покупать эту палетку, потому что у них есть дети, правильно же? И давайте перейдем к нашим свотчам. Я сделала потрясающий свотч, как мне кажется. Я надеюсь, что вы сможете увидеть, как все цвета красиво переливаются при свете. У меня было немножко естественного света и немножко еще цвета с моего ринглайта. И надеюсь, что вы увидите, насколько красива эта палетка. Я знаю, что сегодня очень много болтаю, я не знаю почему. Но, в общем, все, не буду болтать. Наслаждайтесь свотчами.
Перед началом нашего туториала с этой палеткой я, кстати говоря, использовала сегодня, уже третий день, по-моему, использую вот эту основу в стике от Huda, и вы знаете, я просто влюбляюсь в нее с каждым днем. Я использую, кстати говоря, и свой праймер, и просто в большом восторге. То есть у нас сегодня все лицо будет худой, за исключением. Я хочу сегодня показать вам еще одну помаду, которую я купила с этой основы своей в прошлый раз от Huda, и эта помада от Makeup Forever, не Makeup by Mario, и она в потрясающем таком кейсе, очень красиво смотрится, идеально на новогодние праздники, и мы нанесем ее в конце с нашим макияжем. Я хотела показать вам еще в прошлом видео ее, но, в общем, да, вот так она смотрится, просто, просто потрясающе. Я не знаю, как эту красоту можно, ну, не купить, потому что она смотрится, ну, знаете, настолько дорого, насколько смотрится Tom Ford, их бальзам, на который я делала обзор. И это у меня в цвете, кстати говоря, Shimmering Gold, и она стоит в районе 20 с лишним долларов, но, в общем, я не смогла пройти мимо этого, поэтому у нас сегодня в конце еще будет что-то новенькое, что-то другое. У меня уже есть на моем лице праймер, кстати, от Urban Decay, их Age, что-то там, Anti-Age Primer. Когда я смотрю на эту палетку, у меня возникает мысль, что, естественно, без использования всех этих красивых бордовых оттенков образ такой настоящий, ноти в стиле таком сексуальном не получится. То есть да, тут есть очень красивые всякие светло-коричневые, нюдовые оттенки, естественно, но как бы мы все-таки будем сегодня, наверное, специализироваться или ориентироваться на вот эти оттенки красного вина. И начать я хочу, скорее всего, с этого оттенка, который называется Untamed, и я буда использовать кисточку от Huda Beauty, которая у нас называется Build and Blend, и я буда использовать именно эту часть для того, чтобы вбить оттенок в веко. Вот очень интересно будет, какое качество у Huda, потому что я точно помню, когда я делала обзор на ее палетку девяточку, то, ну, качество там не такое было прямо супер-супер-пупер, нет. Вот что у меня здесь такое, праймер? Да, поэтому очень надеюсь, что нас качество очень сильно удовлетворит сегодня, иначе, ну, это будет не очень круто. Я нанесла помаду от Selena Gomez Rare Beauty, и каждый раз, когда я наношу ее, у меня здесь на губах такая как полоска образовывается. Я не знаю почему, может быть, потому что я много говорю. Оттенок, когда вы наносите его, и если вы решите поболтать, сказать привет там кому-то, то после 3 секунд оттенок очень сильно, ну, въедается, так сказать, в ваше веко, и нужно его очень сильно быстро растушевывать, иначе вы потом не сможете это исправить, к сожалению. Кисточка, кстати, очень нравится, она такая прям... Немножко у нее другая форма, чем то, что я обычно использую, а именно вот что-то вроде того. Поэтому я надеюсь, что это будет очень поможет нам сегодня. Очень даже красиво смотрится, на самом деле. Никаких проблем пока что я не вижу. Буду использовать дальше вот эту сторону для того, чтобы все это хорошенько растушевать. Что мне очень нравится об этой стороне кисточки, которую вы используете, чтобы нанести самый первый такой темный оттенок, это то, что она скошена, как будто вы делаете печать таким образом. В общем, очень это все легко получается, поэтому это уже большой плюс. Такой формы я не видела пока что, и мне кажется, это очень даже инновационно. Я могу точно сказать, что когда вы пытаетесь, например, хорошенько нанести, втушевать, да, очень темный оттенок, такой как Untamed в веко, он при растушевке может очень даже легко исчезать с вашего века, поэтому в этом случае нужно, скорее всего, ну, очень сильно нажимать и также делать гораздо больше слоев этого темного оттенка. И дальше я хочу взять этот красивый темный оттенок, который называется Spicy, остренькое что-то, остренький. И нанести его хочу в ту же самую зону, чтобы еще больше затемнить, чтобы еще больше глаза казались глубокими. Красиво, реально красиво смотрится. Да,
дальше возьму кисточку от Raffer, их кисточка под номером 16, она идеально будет для растушевки. И дальше я хочу взять немножко какого-нибудь светлого оттенка. Этот очень розовый оттенок, я помню, при тушевке, в смысле при свотчах. И я хочу взять какой-нибудь вот этот оттенок, который называется Hypnotic или гипнотический. И немножко подтушевать эту зону, подредактировать, потому что, вот я не знаю, бывает так, что иногда вот такие темные оттенки, их сложно, ну для меня лично сложно делать так, чтобы они были прям идеальными на глазах. То есть, знаете, как вот... Не знаю, как в Инстаграме вы видите, когда кто-нибудь делает макияж. Вот эта полоска, ее видно вам, нет, но она очень видна, и меня это очень сильно раздражает. Когда вы смотрите, допустим, макияж, который делают в Инстаграме, или там на Ютубе какой-нибудь профессиональный ютубер, я еще не такая, естественно, пока, но просто я иногда поражаюсь, насколько люди, ну, могут, в общем, сделать сразу же такую идеальную тушевку и такой идеальный переход без грязи, понимаете? Я возьму кисточку от нашего Makeup by Mario. Это то, что нам поможет, скорее всего. Ну вот, сейчас получается то, что нам нужно, наконец-то. Иногда я понимаю, что мои стрелки, моя растушевка, она оставляет желать лучшего, но в этот раз, по-моему, очень даже получается натурально, естественно и, в общем, легко тоже. Что мне очень нравится, что этот оттенок, который у нас называется Spicy, очень и очень такой насыщенный, темненький, то, что нужно для такого сексуального smokey eyes. И дальше я думала очень долго насчет того, какой цвет выбрать, либо очень теплый коричневато-кирпичный, который называется у нас Arouse, или такой розоватый, который называется Filthy. Filthy на английском достаточно такое... Ну, не очень сексуальное слово, но оно может использоваться также в таком же контенте. И давайте, наверное, все-таки возьмем коричневатый, потому что, мне кажется, он, кстати говоря, идеально подходит под мою кофту сегодня. Это теплый оттенок, поэтому он должен, ну, гораздо лучше, в общем, сочетаться с нашим образом сегодня. Очень активный, суперпигментированный оттенок. Ух, суперпигментированный, я бы сказала. Так, и мы возьмем его вот сюда. Подтянем, притянем к нашему, в общем, остальному темному фону нашего глаза, и все это будет смотреться гораздо более гармонично. Я использую кисточку, кстати говоря, от Sephora. Эту кисточку я купила за там сколько, $5 или $10, она была на распродаже, и я такая, окей, беру, и люди говорят, что некоторые, кстати, что, ну, она типа хорошая, некоторые говорят, что она плохая, но за $5, когда ты покупаешь кисточку, да еще и от Sephora, потому что она хорошего качества, как правило, сефоровские кисточки, то я такая, да, она точно будет не лишней в коллекции. Возьму немножко оттенка Hypnotic, чтобы потушевать немножко область растушевки. Вот, возьму эту кисточку, это будет лучше. И дальше я попыталась еще лучше растушевать наш оранжевато-коричневый оттенок, чтобы смешать его полностью с нашим активным бордовым оттенком, два из них, если быть точнее. И мне кажется, что получается очень и очень красиво. Единственное, что, опять же, бордовый оттенок, он может очень даже хорошо исчезать при очень активной тушевке, поэтому, опять же, будьте аккуратнее с ним. И дальше, на самом деле, ребят, в этом шаге у нас большое количество оттенков, из которых можно выбрать что угодно. То есть тут есть и очень активный красный, такой мраморный, красно-бордово-золотистый оттенок, вот он здесь, так, вот здесь он находится у нас, и он смотрится супер и супер, ну, в общем, интересно и привлекательно, поэтому какой оттенок выбрать, решает только вам, но в нашем туториале мы сегодня возьмем что-нибудь интересное, правильно же? И именно провокатив меня почему-то и привлекает больше всего, потому что он один-единственный такой красновато-бордовый мраморный, который нам подойдет очень хорошо в нашем макияже. Так что начнем мы с оттенка Provocative. Вау, он действительно очень мягкий и очень прикольно, что он как бы смешивается, когда вы пытаетесь взять его пальцами. Прикольно. Вы знаете, ребят, у нас сегодня, кстати, в Америке, если вы не знаете, у нас до сих пор еще переводятся часы,
вперед или назад, в зависимости от сезона. То есть в этот сезон, в ноябре, 1 ноября, они переводят часы. Мы переводим часы всегда на час назад. То есть у нас сейчас 6 часов, но так бы у нас было 7. И это очень хорошо, на самом деле, для тех, кто работает или там снимает, как я, потому что таким образом у нас остается, в общем, еще один экстра час, в который мы можем подойти к сроку. Что я хочу сегодня сделать, потому что я хочу обязательно сегодня загрузить это видео до 2 часов ночи по нашему времени, чтобы вы увидели эту палетку. Итак, в общем, цвет смотрится очень красиво, на самом деле. Цвет, знаете, не сказать, что он выглядит настолько супер классно, насколько он выглядит в самом рефиле, потому что, ну, он выглядит достаточно обычно, то есть это обычный, да, такой блестящий оттенок, но красиво, блеск красивый на самом деле. Возьму кисточку от Mario и немножко растушую, затушую эту непонятную линию от шиммера нашего. Дальше я хочу взять этот очень красивый оттенок, который называется Irresistible. Супер мокрый оттенок, на самом деле, это, наверное, одна из текстур, которая супер уникальна для этой палетки. Я хочу положить его прямо вот сюда. Вау, он очень прекрасно переливается с нашим более таким красноватым оттенком. И этот оттенок прямо-таки идеально подходит под мою кофту сегодня. Вау, какой блеск. Нет, только не это, он очень даже хорошо осыпается. Блин. И также я возьму ту же самую кисточку, чтобы, в общем, еще больше, ну, углубиться в этот темный оттенок, потому что, естественно, когда вы наносите очень сильно блестящий оттенок, это все сделает ваш предыдущий нанесенный темный оттенок забывшимся, то есть он, ну, исчезнет. Окей, выглядит все очень красиво, на самом деле, ребят. Ну, пишите в комментариях, нравится ли вам, как у нас получается все это, потому что, по-моему, это все красиво и беспроблемно пока что. Дальше я хочу взять этот красивый красноватый оттенок, который называется у нас, по-моему, Desire или Желание. Супер мокрый оттенок тоже. И нанесем его прямо в середину, вот сюда. Почему нет? Очень красиво смотрится и переливается. Знаете, мне кажется, что эта палетка будет идеальным выбором на Рождество, потому что оттенки мне настолько перекликаются с рождественской тематикой, что сложно не увидеть в ней эту тематику Рождества, помимо, конечно, шаловливости в этой палетке. И я решила нанести реснички, мне кажется, что образ стал выглядеть гораздо-гораздо по-другому, гораздо более, знаете, секси. Я нанесла реснички от своего любимого бренда ресниц Kiss. Знаете почему? Потому что у них реснички, они, как правило, не такие, как бы, длинные. Вот если у вас, допустим, глаз такой же, как у меня, он короткий. Поэтому это оно, это тот бренд, который позволит вам не обрезать ресницы ваши, а сразу клеить их и не беспокоиться. Однако, эти реснички, которые я взяла в типе Ritzy, это натуральные черные реснички, но они более витиеватые, более пышные на концах, и эта ресничка, она как будто гораздо больше получилось, чем это, но, в общем, неважно, я уже пыталась как-то это откорректировать, мне получилось, поэтому надеюсь, вы мне простите это, надеюсь, это не так видно. Дальше мы хотим заняться нашей нижней ресничной частью, а именно сделать ее как-то более, ну, в общем, похожей на то, что у нас на глазах имеется, на веках самих. И я хочу немножко начать с оттенка, который мы уже использовали до этого, а именно вот этот красивый оранжевый оттенок, который называется у нас Arouse. И нанести его на ресничную часть. И дальше мы, конечно, возьмем что-нибудь темненькое, а именно оттенок, который мы использовали до этого, который называется у нас Untamed. И уже это пойдет в нашу ресничную линию. Кстати, ребят, как вы вообще праздновали Хэллоуин, праздновали ли вы или нет, потому что мы с мужем, ну, как-то в прошлом году, да, я заказала тот же костюм с Алиэкспресса, и он пришел вовремя, я была невестой Франкенштейна, и было прикольно и забавно, но в этом году мы как-то даже не подумали о том, что нам делать, и в последнюю минуту муж говорит, давай сделаем традиционную американскую вырезку тыквы, то есть мы хотели купить огромную тыкву, которая продавалась в каждом магазине до Хэллоуина, и мы пошли в магазин, я возьму сейчас быстро вот этот оттенок, более темный, мы пошли в магазин и
поняли, что тыкв нигде нет, их не продают нигде, то есть все, они распадались. Мы такие, как так? То есть мы хотели так сильно, ну, почувствовать Хэллоуин, и как бы все, ничего не получилось, и мы просто сидели дома, смотрели ужастики. Очень чувствуется эта сексуализированная энергия какая-то через этот макияж. Хочу сказать по секрету, что у меня есть небольшие фоллауты, то есть, да, эти тени, они могут опадать, особенно те оттенки, которые наиболее такие, знаете, мокрые, но в то же время они очень пигментированы, в них много блесток, конечно, да, и также оттенки вот эти два, они очень пудровые по своей текстуре, и поэтому эти два оттенка, которые мы использовали, они очень, так, вот здесь он, они могут вам дать эти опадашки, поэтому, скорее всего, делать макияж, в общем, глаз сначала, а потом уже все лицо будет лучшим вариантом использования этой палетки. И дальше мы, естественно, хотим закончить наш образ. Я хочу взять карандаш от By Mario, Makeup By Mario, его такой обычный черный карандаш, можно растушевать границу, если вы хотите, такой удобной кисточкой, но мы этого не будем делать, просто подведем нижнюю линию ресниц, потому что таким образом макияж будет супер законченным. Мы еще попробуем с вами через секунду буквально тот самый оттенок, который называется у нас Slippery, поэтому оставайтесь со мной. Почти законченный образ, кроме одного цвета, который мы должны попробовать, потому что именно этот цвет, как мне кажется, сделал эту палетку, потому что если бы не этот цвет, о ней бы не говорили столько много людей, и, наверное, очень хорошие продажи этой палетки будут, как мне кажется. Также чувствуется, что там есть такие какие-то шарики, которые очень чувствуются при прикасании к этому оттенку. Оттенок сам очень желейный, вазелиновый по своей текстуре, и в нем эти пупырышки, которые, ну, может кому-то приятно будет до них дотрагиваться, может кому-то нет. Я считаю, что это что-то новенькое, поэтому ничего против не имею. Итак, давайте нанесем его, например, вот сюда. Так, я вас приближу, естественно, потому что мы хотим увидеть это все вблизи. Да, он супер клейкий, желейный, гелевый, вазелиновый, как вам удобно называть его, но нанося его на блестки, я прекрасно вижу, что блестки, они исчезают, то есть, ну, понятное дело, да, нанести вазелин на вот такие блестки, естественно, век станет гораздо более, ну, таким липким, блестящим, и блестки куда-то улетучатся. Поэтому мне кажется, что этот оттенок лучше всего, естественно, использовать либо самим по себе, потому что он ничего не делает, ну, ни холодно, ни жарко от этого оттенка. Как активно это веко и как неактивно это веко, потому что у нас, естественно, есть вот эта вот вазелиновая субстанция, и это все видно, что яркость, она уходит. Поэтому не уверена насчет того, что этот оттенок является чем-то таким супер-супер классным, революционным, в нем нет никакого цвета, и сейчас у нас весь макияж стал этот глаз в одной цветовой гамме, этот глаз немножко в другой, и, в общем, не знаю, я не считаю, что этот оттенок, он бомба, пушка, нет, это как бы просто игрушка такая, знаете, это такой пиар-ход, чтобы продать палетку, как мне кажется. И наш последний шаг в этом макияже, это использование помады от Makeup Forever. Я очень ждала подходящего видео, чтобы попробовать ее. Потрясающе выглядит. И вот так выглядит наша помада от Makeup Forever в оттенке Shimmering Gold. Я в восторге, ребята. Мне кажется, она идеально дополняет наш сегодняшний лук. Просто бомбочка, супер красиво смотрится и мне нравится. Пишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, что блеск и пигмент, и так как она наносится шелково, легко, и я не знаю, это просто красиво, очень сильно. Поэтому да, вот такой у нас получился конечный образ, и мне кажется, это супер выглядит игриво, сексуально. Ну, в общем, все то, что нам обещала Худа, мы это сделали сегодня. Давайте теперь сравним эту палетку с предыдущей палеткой Худа девяткой. Вот эти палетки бок о бок друг с другом, видно, что по цвету они очень сильно похожи. Палетка Haze и Naughty, очень что-то в них есть похожее. Вот такая цветовая гамма у этих палеток. Можно видеть, что у этой палетки Naughty, конечно, гораздо более глубокие цвета, тогда как у палетки вот этой вот Haze, у нее гораздо более такие грязноватые, что ли, цвета. Ну, и она, конечно, более теплая, чем эта палетка Naughty.
И вот, наконец-то, мы подошли к самому концу, что же я думаю о палетке новой от Huda Beauty Naughty. Если честно, мне показалось, первое, что оттенки очень пигментированы, да, при очень такой хорошей растушевке, когда вы очень хорошо пытаетесь втушевать или растушевать, или наложить более светлый оттенок, темные оттенки, они очень хорошо могут исчезать с вашего века, и потом вам приходится еще докладывать, чтобы оттенок, ну, в общем, сидел идеально и была у него идеальная пигментация. В общем, в целом, я считаю, что подбор оттенков потрясающий. Здесь можно найти как очень глубокие бургунди или, ну, такие красно-винные оттенки. Также, что очень приятно со стороны Huda, она включила и, ну, обычные нюдовые оттенки, чтобы как-то, может, смягчить образ. Это тоже очень круто. Шиммеры мне очень понравились. Да, некоторые из них имеют свойство осыпаться, без этого никуда. Поэтому, если вы делаете макияж с этой палеткой, скорее всего, лучше будет сначала сделать глаза, а потом уже весь остальной тон и все, что вы хотите дальше сделать. Так как это моя первая палетка от Huda, такая полноценная в полном размере, я считаю, что она прикольная. У меня не было ее другой палетки, чтобы с чем-то сравнить, но в сравнении даже с ее девяткой мне показалось, что это гораздо-гораздо лучше. Конечно, это сделано в Италии, и, наверное, это все объясняет. Оттенок, о котором так много говорили люди, а именно Slippery. Этот оттенок, как я считаю, он странный, потому что с этим оттенком ваш макияж глаз превратится в какой-то вазелиновый макияж глаз. А именно, если, допустим, вы нанесете любой бальзам, любую какую-то такую текстуру вазелиновую, конечно, ваши тени скатаются, они не будут такими активными, особенно когда дело касается очень блестящих шиммеров, это все не будет таким играющим красиво, понимаете? И поэтому я не считаю, что этот оттенок, он стоит хайпа в этой палетке, потому что... Ну, я небольшой фанат тоже носить какие-то вазелиновые текстуры на мои глаза, и я считаю, что это, знаете, просто, опять же, хайп, маркетинговый ход, чтобы привлечь больше внимания к этой палетке. Да, Huda пошла чуть дальше, чтобы сделать что-то новенькое, чего другие люди, другие визажисты никогда не делали, и это здорово. Но, как бы, для меня я не увидела никакого цвета, вы даже видели, когда я сводчила его. Да, если вы... попытаетесь достать эти шарики, которые потом постепенно появляются, вы увидите такой розоватый цвет, однако, когда я сводчила его первый раз для вас, я не увидела никакого пигмента. Для меня он был просто прозрачным, однако потом, попозже, сейчас, когда даже я его сводчу, он видится вот таким розовым, но все равно он супер липкий. Кстати, насчет упаковки не сказала вам, она очень приятно в руках держится, ее будет очень легко хранить где-то, и она открывается вот на 360 градусов почти, да. То есть иногда бывает, кстати, сложно открыть, потому что тут такая специальная защелка, и она открывается вот так вот, то есть ее очень удобно куда-то класть и делать макияж, почему нет. Но, в общем, ребят, жду ваших мнений, ваших комментариев по поводу этой палетки. Мне кажется, это была одна из самых ожидаемых палеток вот начала ноября, потому что, ну, это Huda, и как бы вот эти все новинки, именно этот Slippery оттенок, он всех просто свел с ума. Спасибо, что посмотрели, и я забыла про кисточки, совсем забыла про них. Эта кисточка мне понравилась, она прикольная, необычная форма у нее. Почему я все сегодня забываю? И эта сторона, кстати, мне тоже понравилась очень, потому что с ней очень легко растушевывать и, ну, в общем, сделать глаза гораздо более глубокими, когда вы наносите очень такой темный оттенок, насыщенный. А эту кисточку я даже не использовала, я не знаю почему. Пальцами, знаете, как-то всегда лучше использовать оттенки, все вот эти шиммеры, но, в общем, форма прикольная, я уверена, что в следующем видео мы будем использовать как-нибудь эту кисточку тоже. Это видео до конца, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, оставите комментарий, опять же, подпишитесь на мой канал, чтобы помочь разрастаться и показывать вам еще больше новинок, так же часто, как я это делаю сейчас, естественно. И на этом, ребят, я вас не буду задерживать. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Мне было очень приятно видеть вас на моем бьюти-канале снова. С этим образом, который очень символизирует сексуальность женщины во всех ее проявлениях, я скажу вам, не прощаюсь с вами. Увидимся с вами в следующем видео. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля. Всем пока!